Ну, как вы видите, я читал с листа. Так она должна, конечно, быть раза в два быстрее. Здравствуйте, с вами Александр Рогачев, и сегодня мы с вами будем разбирать композицию «Дорога» из кинофильма Никколо Паганини, композитора Баневича. Этот разбор заказал у меня подписчик с ником «Сувенир». К сожалению, я не успел еще выучить эту композицию. Возможно, в будущем я запишу более достойный вариант исполнения, когда выучу и доведу до темпа это произведение. Очень хорошая музыка советских времен. А сейчас давайте приступим к разбору. Итак, начинаем со вступления. Ноты и табы будут под видео, поэтому я не буду комментировать в этот раз, какие струны зажимать. В принципе, в табах все есть. Единственное, попрошу обратить внимание на аппликатурные вопросы, то есть какими пальцами ставить. Я буду акцентировать именно на этом. Вступление, поехали. На мелодии у нас идет первый палец. Мелодия будет проходить на четвертой струне. То есть штилями вниз на четвертой струне это будет мелодическая линия. То, что извлекаем на первые три струны, на первых трех струнах, это аккомпанемент. Попрошу его играть потише, чтобы сыграть шестую и четвертую струну одновременно. Можно сделать такой ход, как у скрипачей, то есть ломанный бас. Сначала извлекается шестая струна, потом четвертая. То есть это делаем быстро. Тихонько аккомпанемент. Второй потом палец на мелодию. И опять первый. Это был первый такт. И дальше играем флажолет на 12-м ладу. Тоже четвертая струна. Кто не знает, как играется флажолет, прислоняем слегка, например, мизинец, в принципе, любой палец. В данном случае мизинец будет удобный. Слегка прислоняем на уровне 12-го лада. Не зажимая, слегка прикасаемся и легко отпускаем. Легко извлекаем и отпускаем палец. Далее идет аккорд на первых трех струнах. Это будет барре со вторым пальцем. То есть первым пальцем все пережимаем на, получается, 10-м ладу. Такой акцентированный аккордик получается на четверть. И дальше снимаем все. И играем опять по четвертой струне мелодическую линию. Значит, это будет четвертый и третий пальцы. Потом ставим первый, второй. Это уже будет третий такт у нас. Первый, второй. На пятую и четвертую струну. И пошли восьмыми. Потом третий палец. Прямо вот держа на этом аккорде. Третий, четвертый, третий, первый. И вот здесь такой момент. Можно сыграть как написано, а можно вставить маленькое украшенице. То есть это будет четвертый, на четвертой струне, да, первый, третий палец. Быстрое такое сдергивание. То есть хаммер и пулов. Быстрый очень, да? И на этом немножко задержимся, потому что это будет восьмая с точкой. То есть длинная нота. И потом шестнадцатая на пятой струне. Да, это мизинец. В табах это и нотах указано. И играем шестой и пятый, да? Первый палец ставим. И опять аккомпанемент четвертями. Далее. Первый палец. Переезжаем на этом первым пальцем. Стараемся не свистеть по струнам. Так достаточно громко играем. Первый, второй палец потом. Второй подставляем. И здесь не очень удобно. Отпускаем и сразу третий палец ставим.
потому что нам потом надо второй палец ставить. И это уже шестой такт. Второй палец поставили. И триолька пошла. То есть это перебор, да? Там второй палец подставляем и первый. Как раз поэтому мы здесь третьим взяли, здесь вторым, да, чтобы первый был свободен. Далее, опять первый палец. Это может уже сыграть как краску пьяно, то есть тихо. Потом первый, третий или первый, четвертый, без разницы. Потом второй и открытый, да? Все под пальцами, под позицию. И опять. Ну или можно большим пальцем вот так вот. Сразу две струны. Шестую и пятую, да? И опять триолька. Здесь уже первый, второй палец нормально стоят. Да? Здесь не надо уже зажимать до. Здесь это можно тихо сыграть, как конец фразы. Далее опять пошло повторение той же темы. Первый, второй палец, но уже здесь изменяется. Здесь мизинец дальше идет. Там было первый, второй, первый, а здесь первый, второй и четвертый, да? 12-й лад. Тоже через аккомпанемент все идет. И потом отпускаем и флажелет играем. Это уже будет 10-й такт. И опять этот аккорд. Ну, такой достаточно вызывающий должен быть этот аккорд. Явно по гармонии. И опять пошла мелодическая линия. До, си. Вставляем фаршлаг. А если не вставлять, то будет так. То есть с украшенницем будет так. И пошли флажолеты натуральные. 12-й лад первой струны. Также, да, по такому же принципу. Слегка прикасаемся, отпускаем мизинцем. Потом на вторая и третья струна на 7-м ладу. Все четвертями. И на 12-м ладу вторая струна. Длинная, да, нота. И в это время, ну, то есть четверть получается. Но она так и продолжается. И в это время играем триольку. То есть ставим второй, первый и мизинец. Можно через открытую, в принципе. Но и тогда надо будет через струну, да? А так у нас подряд все струны. Если с мизинца. Это как вам удобно. Если вам неудобно тянуться, смотрите, можно через открытую. Только вторую, да, не задевать. Далее опять повторение флажолетов. И здесь, наверное, делаем маленькую затайку, потому что это было медленное вступление, ну, относительно такое медленное. И далее идет у нас уже пиумосса, да, насколько я там помню. То есть, ну, с движением уже пошло. Тема сама. То есть здесь можно сделать маленькую затайку. И ну, в таком темпе. Просто я не выучил, я еще не готов в таком темпе играть. Ну, примерно, да, там плюс-минус. Но она должна быть подвижной и энергичной, эта тема. Итак, пошла тема. То есть здесь берем флажолеты. Тоже три флажолета одновременно, да, первые три струны. То есть мизинцем можно, потому что потом надо сразу перескакивать на аккорд Е. И тут у нас такой скачущий ритм пошел. То есть пунктир называется, пунктирный ритм. Восьмая с точкой длинная нота, шестнадцатая короткая и опять восьмая с точкой длинная. То есть эффект скачущей лошади. Ну, свинг еще можно назвать его, да, в джазе. То есть сразу. Здесь прям перебором играем, но, соответственно, такой скачущий перебор.
То есть, когда сделали флажолет, сразу уже должны си в это время извлекать пятую струну. Ну и таким образом перебор играю. Потом опять. То есть, это два мертвых такта. И пошла мелодия. То есть, вот 17-й такт, последняя самая нотка, 16-я, это уже мелодия, она даже штилем вверх, да, у нас идет, то есть это первый голос. Ее выделяем, да, то есть вот это, то, что скачущее было, ритм, это пунктирный, это у нас именно аккомпанемент. То есть его тихо, не надо его выставлять на первый план, да, то есть ну, там где-то на заднем фоне. Мелодия у нас должна на первом, на переднем плане быть, а то, что штилями вниз, вот в 18-м такте уже идет, это все, вот это вот пунктирный ритм, это все аккомпанемент, и должно в два раза тише быть мелодической линии, которая идет у нас штилями вверх, ну, то есть этими палочками, да, которые от нот отходят длительности сами. Так, итак, вторая открытая струна. Ее достаточно так звучно играем, но, конечно, первую долю еще сильнее. То есть си должна быть послабей, и вместе с басом, соль вот этот мизинцем, она должна быть, ну, первая доля, она всегда как бы, да, опорная. И дальше по ему аккорду, то есть мелодию держим обязательно, это длинная нота. Максимально не дышим на мелодию, стараемся не задевать ничего. Ну, то есть она у нас самая святая, да? Мы ее должны беречь, хоть или лелеять. Если вы еще там вибрато добавите, то это еще будет вам плюс. То есть к выразительности. Когда сыграли аккомпанемент. И сразу все бросили, и как бы первый палец поставили. Мизинец, дотянулись, да, все в позиции во второй. Тоже такой пунктирный получается. И открытая. Опять мелодия пошла. 20-й такт. Здесь уже второй палец ставим. Второй. Все, во второй позиции. Через открытую. И опять мелодия повисла на открытой струне, очень удобно. Теперь мелодия на первой, восьмая нота, да, первая открытая, и здесь уже аккорд пошел, такой, как восклицание, да, четверть, в басу четверти все идут, и здесь у нас мелодия как бы в гармонической линии. В аккордовой четверти и восьмые, да? Ну, четверть с точкой тоже, восьмая. Тоже пунктир, по сути, только более не такой острый пунктир. Бас. То есть вот такой аккорд. Это третий, второй, четвертый палец, да, получается. Бас. То есть что здесь? Просто мизинец, да, надо будет поднимать открытую струну. А весь аккорд не надо поднимать. Опять бас, как восклицание, да, вот, ну, вот этот аккорд. Опять, это уже 23-й такт, ну, то есть одно и то же идет. Опять бас. И здесь уже 6-я и 1-я. Мизинец там же так же, да, на эту же ноту, просто уже не аккорд. И в это время, когда играете уже, все остальные пальцы поднимаете и ставите вот такой аккорд. Ну, то есть просто подставляете три пальца, это 2-й, 3-й. И первый. На четвертый второй, на третью третий и на первый первый. Ну, здесь можно либо так сыграть, либо так, без разницы. И потом сразу переезжаем на мизинец. То есть все бросаем и прям вот сыграли. На 12-й лад и с басом. И потом подставляем второй, первый. Значит, скачущий, это аккомпанемент,
и мелодия на второй струне, третьем пальце. Ля, да, нота. То есть ее выделяем прям. И аккомпанемент. Тихонечко. Ну так, по крайней мере, чтобы он не заглушал. То есть главную ноту ля все-таки. И дальше эти же две струны. Потом бас. И это уже 25-й такт пошел. И здесь скачущий ритм. То есть баре на пятом ладу. Прям подряд идут пальцы, да, третий, четвертый. И в обратную сторону, да? Потом, смотрите, мизинец именно. Ставим самую последнюю нотку в такте. И ее быстро перемещаем. То есть перемещаем на уже 26-й такт на ноту до. Вот таким образом, да? И сразу подставляем безымянный на пятую струну. И дальше собираем аккорд по частям. То есть второй палец на четвертую струну. И первый палец на вторую струну. Ну, это аккомпанемент, соответственно. А потом бас меняем. То есть третий палец переставляем просто вот так вот. На шестую струну, да? И таким образом получается так вот. Переехали, да? Ну и продолжаем доигрывать такт. Дальше все отпускаем. Бас. Прям четверть, да, как бы пауза. Ну и дальше начинаем на этом же аккорде, только уже второй палец поставляем на фа бекар. Третий палец. Опять, ну, четвертый. Третий. Четвертый. Переезжаем, последняя нотка быстрый будет. То есть мизинец на 10-й лад, да, переезжаем. Давайте весь такт. Ну, сначала бас. И с басом. Это 28-й такт. То есть, ну, начинаем аккомпанемент доигрывать. Вот эту ноту вешаем, она длинная получается на весь такт. Соль, си, соль, си. Подставляем. Вот так, здесь не очень удобный момент такой, я немножко переделал. Там в нотах написано, что мизинцем надо сюда. Но это неудобно будет вот так вот скакать туда-сюда в быстром темпе, да? Вот так вот переезжать. И поэтому удобно лучше взять указательным, доиграть. И просто немножко так палец развернуть, не очень естественно, но это не так критично, то есть, ну, дискомфорта не доставляет. Аккомпанемент два раза тише, не забудьте. Так, 29-й такт пошел. Открытые струны. Мелодия пошла развиваться. И теперь на второй струне, да, все, первым, вторым пальцем. Первая струна. И вот здесь смотрите внимательно. Третий палец. То есть поставили третий палец, он уже быстрый, там будет нота, последняя самая нота в такте. И вот так вот переезжаем и сразу баре подставляем на пятый лад. Вообще тут, ну, место технически сложно получается. Вся вот эта концовка. То есть аккорды надо вешать и вот этот ритм держать. Острый. Значит, 29-й такт. Значит, сыграли. Обратно переехали на мизинце, на 8-й лад. Да, и сразу баре положили и с аккордом сыграли. Ну и потом доигрываем, да? Первая струна. Вторая струна, там написано, в принципе, мизинец, да? И уже 31-й такт пошел. Здесь третий палец, да? Здесь басом. Здесь быстрая нотка первая, первая струна уже зажата на баре. Мизинец обязательно тоже внимательно очень, мизинец. Не какой-то другой палец, а именно мизинец. Потому что если мы здесь поставим какой-то там третий палец,
нам потом неудобно будет вот эту мелодию надо будет бросать и аккорд следующий брать. А если мы мизинец поставим, то есть вот так вот, переехали, понимаете, с мизинца и сразу на баре, уже подготовленное заранее, вот, ну, как бы мысленно. Потому что иначе в темпе быстром это очень, ну, сложно будет сделать, если там какой-то другой палец будет, все это надо бросать и сразу вот это лепить баре. А так мы уже подготавливаем это баре немножко. А, сейчас. Вот получается, да? Если медленно. Еще раз этот такт. Баре такой, значит, третий, второй палец, да? Сразу поставим мизинец на пятый лад. Отпускаем все. Второй палец быстрый, вот нотка последняя, самая в такте. И все, и мертвый такт пошел. Это первая вольта уже, 32-й такт, да? И опять мелодическая нотка си затактовая. И повторение, да, пошло. Аккорды, то есть, ну все-все повторяем. Сейчас. Да, здесь тоже обязательно вот это вот надо именно мизинец ставить, чтобы нам переехать и сразу третий палец поставить. Если мы возьмем третий палец, то, соответственно, сами понимаете, вот так вот перескочить в быстром темпе, чтобы это еще звучало хорошо, получается, что огрызок в мелодии получится. Понимаете, да? А если мы мизинец поставим, проскользим, тогда все здорово будет звучать. Все, так. Понятно здесь, да? Третий палец обязательно. И здесь тоже. Чтобы вот вернуться на мизинце. Если будет второй палец, понимаете, тоже неудобно вот это. Либо как-то скользить, а если мизинец будет, тогда удобно. Здесь тоже, да, вот это. И все, и вторая вольта. Ну и постепенно замедляем, вот уже к этому моменту начинаем замедлять. Здесь по флажолетам игра пошла, то есть это будет 34-й такт, когда мы сыграли уже последнюю си здесь в аккомпанементе. Надо успеть, ну, то есть подготовиться заранее, то есть отрепетировать это. И сразу на бас 6-й. Здесь флажолет натуральный, да, будет. Ну, все флажолетами натуральными. То есть, например, безымянным. Дальше на пятом ладу пятая струна. Ну, она будет, соответственно, короткая нота. Потом третья на 12-м ладу мизинцем, например. Здесь указатель. Потом вторая струна. Вторая и четвертая. Флажолет. Дальше вторая опять, третья и вторая. Ну,
короткая вторая, да, но здесь уже все равно замедление будет. И, соответственно, все на пятом ладу, вот так вот указательным аккуратно-аккуратно перекрываем. Ну, слегка дотрагиваемся и отпускаем, да, то есть не прижимаем сильно. Здесь очень такой чувствительный флажолет, его надо поймать, отрепетировать. То есть, если чуть вбок, уже не будет звучать. Именно надо вот попасть в этот промежуток. И здесь руку найти место, потому что здесь не очень, да, звучит. Надо вот найти, где звучит, где-то здесь. Наверное, ближе к подставке даже. Где-то ближе к подставке. Таким образом получается. Ну и все, и слушаем, что получилось. Вот и все. Надеюсь, у вас все получится. Не сдавайтесь, произведение такое сложное. Ну, такое, да, как бы по аппликатуре. Но если все как бы сделать, отрепетировать, то вполне она будет играбельна, и вы можете до быстрого темпа ее довести. Просто требует немножко времени. У меня, допустим, времени очень много было на это. Ну как, я вот только посмотрел, грубо говоря, вчера. Взглянул на них, сегодня сел, вот сейчас порепетировал, и с листа то, что смог, сыграл. Если порепетировать, то темп можно прибавить. Все. Еще раз благодарю за заказанный разбор. Всем спасибо, всем удачных разборов. Пока.